В Свято-Успенском храме села Себино Кимовского района Тульской епархии, где один из пределов освящен в честь блаженной старицы Матроны Себинской, состоялась божественная литургия. Богослужение совершил митрополит Тульский Ефремовский Алексей в сослужении духовенства Тульской епархии. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священно-Архимандрита, да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство, ежево Христе диаконство, весь священнический и монашеский чин и притча церковный, настоятеля, братию прихожан, ктиторов и благоукрасителей святаго храма сего, Боголюбезнейшего, игумена Свято-Успенския, новомосковские мужские обители, священно-архимандрита Лавра, христолюбивое воинство и благочестивое казачество, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. По завершении божественной литургии митрополит Тульский Ефремовский Алексей осветил закладной камень памятника святой Матроны Себинской и Московской, одной из самых почитаемых святых для верующих туликов. Она известна тем, что, будучи от рождения слепой, с юных лет помогала людям, всегда подчеркивая, что это не от нее исходит помощь, а по ее молитвам от Бога. Слово мира и любви о Христе в этот праздничный именинный день святой предстательницы нашей пред престолом небесной благодати приветствую всех вас, потому что сегодня мы с вами сейчас осветим закладной камень в основание фундамента для пьедестала, на котором будет затем воздвижен и освящен памятник святой блаженной матери нашей Матроне, Себинской, Московской и всея Руси дивной чудотворице. Благодарю всех вас за то участие, которое каждый сумел внести в это общее и радостное дело, и желаю, чтобы и в нашей современной действительности, как это было в стародавние добрые времена, и на все века дальше в будущем, вот такое же единомыслие, единочувствие, единонравие и единодействие в любви к Богу во Святей Троице славимому и поклоняемому, к Родине нашей, как иконе Святой Живоначальной Троицы, к народу нашему, как Богоносителю, как дому той же самой Святой Живоначальной Троицы, чтобы этой любовью мы побеждали и немощи свои, и духовные, и душевные, и физические, и побеждали и злобу, которая пытается сокрушить вот эти наши духовные, православные, исконные устои, сами не озлоблялись, а углубляясь и возрастая в любви, ею все преображали победоносно, открывая и другим возможность понять неправильность своего завистливого на нас скрежетания и обид,
а войти в радость нашу и ею исполниться и светить окружающему нас миру. Благодарю еще раз всех и всех за свой подвижнический труд, и дай Бог, чтобы он и впредь приносил такие же добрые, благоуханные, благословенные и всерадостные плоды на многое и благое лето. Благословляется и освящается закладной сей камень благодатью Всесвятаго Духа в окроплении воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Сегодня у нас в центре земли русской, на Тульской земле, праздник. Сегодня в день рождения нашей знаменитой, святой Матроны Себенской, московской. Мы уже присутствуем при освящении закладки камня в основании ее памятника, который будет открыт здесь в день ее канонизации в 2015 году, в мае. Успеем. Деваться нам некуда, успеем. Идея установки памятника Матроне появилась несколько лет назад, когда преснопамятный патриарх московский и всея Руси Алексей II благословил скульптора Петра Дабаева на его создание. И почитание святой Блаженной Матроны Московской, оно не ограничилось только Москвой или Московской областью, или Тульской областью, где она родилась, потому что она была прославлена несколько лет тому назад как местно чтимая, а ее почитание распространилось по всей России, поэтому со всех сторон обращались к нам с просьбой дать частицу мощей, дать икону Блаженной Матроны Московской. И поэтому было принято решение о прославлении ее в качестве общецерковной святой для всей Русской Православной Церкви. Благое дело поддержал владыка Алексий, митрополит Тульский и Ефремовский, также трепетно относящийся к Тульской святой. Сегодня в нашем крестном ходе вместе с нами, незримо нашими очами телесными, но осязаемо другими нашими чувствами, и сама Блаженная Матушка Матрона, потому что в образе своем и частицей мощей в этом ковчеге, и святитель Григорий Богослов, и преподобный Феодосий Великий и преподобный Иларион Великий будут с нами завершать этот крестный ход. И что нам важно понять, что они ведь не своей силою и не сами собою стали такими, какими их почитает Святая Христова Православная Церковь, а потому что они сумели открыть свое сердце и свою жизнь для Бога. Идея создания скульптуры Матроны возникла в 2008 году. Вот, я как сблизился с самой Матроной, с ее образом в то время, и как-то она вот воплотилась в материале в таком. В эскизе. Почему она стоящая? Когда как раз она приехала к Иоанну Кронштадтскому в Санкт-Петербург, он при встрече с нею сказал, что это восьмой столб России. Поэтому она изображается как такой некий столб, который имеет связь между небом и вот, землей, то есть такое стремление кверху. Открытие самого памятника запланировано на 2 мая 2015 года, в день очередной годовщины канонизации святой праведной блаженной Матроны, которая и сегодня привлекает к себе людей тем, что в жизни своей явила истинную веру и способность жить с Богом, в Боге и во имя Божие.